Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в нашу новую серию. В этой серии мы будем дальше прокачивать наших покемонов. Также мы же в предыдущей серии, у нас же была юбилейная серия. Мы успели прокачать много всяких покемонов. И сейчас, ребята, нам нужно... Нет, сначала нам нужно убрать вот весь этот срач, который сейчас тут присутствует. Я надеюсь, ребята, вы согласитесь. А знаете что, ребята? Давайте перед тем, как идти убирать срач, давайте сначала выкинем какие-то вещи сразу Блисси, чтобы у нас уже было заплачено за эту серию. Смотрите, ребята, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, все, 10 вещей мы выкинули. Это уже можно вот так. Потому что в предыдущей серии, в юбилейной серии, сколько мы убили всяких боссов. За целую серию там заспамилось большое количество боссов, конечно. Ну, в какой-то степени бессмысленных. Только мы на них прокачались, больше нам ничего с них не выпало. А было бы круто, если бы что-то нормальное выпало. Поэтому сейчас мы можем вот этот весь... Вот эти все шмотки выложить. Так, это сюда. Шапочки. К сожалению, пока что у нас шапки для, я так смотрю, шапки для эволюции в Кинга у нас нету. Это хреновенько, если честно. Очень хреновенько, потому что я бы уже хотел прокачать, но, к сожалению, мы пока что это не можем сделать. Так, ой, нет, это я не сюда выложил. Что мы сюда можем выложить? Бол? Вот это, замечательно. Сюда. Тут уже, в принципе, все фул, да? Сюда, это, замечательно. У нас просто... Дайте, ребята, я выключу тут шейдер, потому что этот музей уже когда-то доконает с этими лагами. А, у меня может... А, охренеть, я думаю, что у меня так глючит. Плюс к тому еще и музей рядом. Во. Ух. Так, у нас куча тема, которые, в принципе, нужно тоже уже выложить. Да, да, ребята, смотрите, сколько у нас еще тут вещей, которые, которые нужно выложить. Охренеть. Ну, давайте чуть-чуть оставим для того, чтобы потом расплачиваться с Блисси, да? Например, вот те все вещи, которые там остались, давайте их, в принципе, там и оставим на тот случай, когда нам нужно будет заплатить за Блисси. Я думаю, ребята, вы согласитесь. Так, это сюда. Ну, и вот такой у нас уже чуть-чуть очищенный инвентарь хотя бы. Уже не такой засранный хотя бы, извиняюсь за выражение. Но все же. Так. Это сюда мы можем выложить пока что. Пока что пускай будет вот там. Сюда. Охренеть, сколько тут всего. Так. Яички, много тут всяких вещей, которые нужно... Опа, опа, пу-пу-пу-пу-пу, ребята, Блисси босс. Ух, нет, сейчас, ребята, я уберу Смаровака, а то бы мы его сейчас с 39 уровня зафигачили бы на 50-й, да, было бы не очень круто. Пожалуйста, 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 дропни нам что-то, пожалуйста. Я просто так беру и... Уже я так беру и просто уже душу эту Блисси, душу этих боссов, чтобы они нам нормально. Так, все, я беру тебя, Блисси. И душу, пока ты мне не дропишь что-то нормальное. Экспешер, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Они, ребята, они тут все жадины. Вы согласны, что они тут все жадины? Они хреном что-то нормальное дропнут. Бабл. Да. Ну, хотя бы эволюция, одну шмоточку, охренеть. Но зато мы уже с Блисси расплатились нормально. Я не знаю, ребята, будем ли в этой серии что-то делать, какой-то сэндвич там нам вроде нужно сделать. Ну, это посмотрим, потому что в этой серии я хочу как можно больше прокачаться. Знаете что, ребята, как думаете? Ух.
Нет, эту Блиссу я прям должен убить, потому что 50 уровень не так уж и часто спавнится. Confuse Ray. Так, это у нас... О, ребята, они прям меня манят. Третья Блисси. Так, тут уже маленькая. Ну, еще вот эту можно. Четвертая Блисси. Ну, давайте еще одну, чтобы было такое четное число. Да, вот. Еще 5 Блисси у нас осталось в этой серии. Ребята, один уровень Маруваку, один уровень Лантурну, и мы можем уже этих покемонов выкладывать. Нормально. Опа. Фиру... Охренеть, сколько там боссов заспавнилось. Не перекачай, пожалуйста. Пожалуйста. Глайскор, я понимаю, ты крутой, но иногда ты прям не очень сильно бьешь. Да, и я согласен, нужно ему там какие-то получше атаки изучить. Да, ребята, мы это сделали. Парк Бол. Плюс одну легенду мы можем. Спасибо тебе, Фиру. Ты прокачал... Нет, ну самое главное, это, конечно, то, что ты нам дал Парк Бол. Он нам прям очень необходим был. Ребята, вы согласны, что Парк Бол нам прям охренеть, как был важен? Да, я понял, что ты никого не... То есть мы не сможем тебя убить. Потому что у нашего этого, у нашего Глайскора немного так жизни было. Поэтому, ребята, сейчас мы опять... Ух, Парк Бол! Вот это круто, это круто. Это действительно круто, ребята. То есть, может сказать, еще один Мастер Бол, потому что Парк Бол это как Мастер Бол. Мы сможем уже словить двух легенд. То есть, с Мастер Болом мы бы смогли словить только одну легенду, так уже две. И смотрите, ребята, Глайскор уже 84 уровень. Нам осталось 16 уровней, и мы берем новую легенду. Да, наверное, Генгар. Нет, сначала Дартини, а потом Генгар. Селеби. Не верите? Вы не верите, что сейчас Селеби выйдет? Смотрите. Смотрите, сейчас, в течение минуты Селеби появится. Не верите? Ну не верите, так не верьте, я вам, ребята, никогда врать не буду. Смотрите, хотя нам похрен на Селеби, Селеби, слышь, нам на тебя похрен. Все, мы тебя даже ловить не будем. Уходи, даже не спамься, ты нам не нужна. А Селеби, наверное, там сидит и думает, вы меня что за дурака держите? За дуру держите, наверное. То есть, опа, зато боссик. Рарбосс, но он, как я знаю, вроде в земле, но... Ребята, как видите, какой Фиру был босс? Фиру был вроде зеленый босс, да? Но вы заметили, что с зеленого босса нам выпал Парк Бол? То есть с любых боссов есть какой-то шанс, что выпадет какая-то крутая вещь. Но с каждого босса, в зависимости от его уровня, то есть в зависимости от его некачества... А как-то, как это можно сказать, в зависимости от его не натуры, ну, в принципе, до уровня, да, то есть простенький боссик, потом идет такой, потом красный, потом, опа, вот так лучше не перекачать, потом красный, потом самый лучший, типа, это как бы зависит тоже от босса, но, как видите, что всегда даже с какого-то маленького босса, то есть самого простого, есть всегда шанс, что выпадет что-то нормальное, и сейчас вы это увидели, ребята. Не всегда, конечно, но... Да. Вряд ли тут что-то будет нормальное. И лучше мы отсюда уходим, а то еще сейчас бабахнемся в лаву, и все наши паркболы, все наши мастерболы прям... Фух. Дип Океан, мы тебя просим. Не нужны нам суйкуны. Иди ты в жопу со своими суйкунами. Пожалуйста. Заспавнь нам Лугию. Заспавнь нам Лугию. Или Кьогра. Еще лучше. Пожалуйста, мы тебя просим. Да, ребята, мы же хотим новую легенду. Я знаю, вы хотите. Я, в принципе, тоже уже очень хочу, но... Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Где наш реактивный ранец?
Ребята, я молчу, все, я уже даже не имею ничего против этого, этих суйкунов, идите в задницу, суйкуны. Короче, идите вы в задницу, эти суйкуны, они уже надоели, если честно, спамьтесь хоть там, не знаю, каким количеством, идите нафиг, суйкуны, и райкоу, и остальные вот эти, дайте нам луги или кьогра, ну какой нафиг суйкун? Ох, ладно, ребята, знаете что? Так, давайте сейчас опять тпхнемся к Селеби. Ну вот, ребята, знаете, что я хотел бы вам сказать? Раз нам не везет на вот этих легендарных, которые водятся вот там, как раз, где вот этот суйку настроит, твой... Знаете что, ребята, давайте тогда найдем местность, где спавнится Райква... Твою мать, а там был босс, но... А давайте найдем местность, где спавнится Райкваза. Ну, а вдруг нам повезет на Райквазу больше, чем на... Ну, вы понимаете, о ком я, да? Мне кажется, быстрее Райкваза нафиг заспавится, чем вот этот Лугия или Кьогр. Я вижу там бот, точнее, кто это? Марко. Ну, он у нас уже есть. Не скажу, что к сожалению, потому что он у нас уже давно есть, и мы его уже давно прокачали, поэтому нормально. Ну, хотя бы, ладно. Троллит нас опять вот это, твою мать. Вот этот... Суйкун, ты что, издеваешься? Вот этот суйкун, но за... Да, твою мать, я не хочу, чтобы ты... чтобы еще мы перекачались. А... Ох. Как я ненавижу такую хрень, ребята, вы себе даже не представляете. Когда мы перекачиваемся... Потому что этот глайдскор нахрен конченый. В какой... Иногда он конченый, иногда, конечно, нет, но... Иногда вот такая хрень, что он умирает, и мы не можем выйти из боя, потому что мы напали на босса, да? То есть нужно или убить босса, или дождаться, пока он нас убьет. У нас есть выбор, то ли он нас будет полчаса добивать, то ли мы его каким-то покемоном добьем. И как сейчас мы его опять хотели добить лантурном, и пух, хренакси, опять мы перекачали лантурн на один уровень. Сейчас ему опять нужно будет прокачивать там, я видел босса, ну да ладно. А, и сейчас ему опять там, о, он тут? Легендарный, но он конечно в земле, но сейчас ему опять нужно будет 4 уровня этих докачивать, потому что мы его... Перекачали. Ах, ну ладно, я не знаю. На Блисси нет, Блисси мы на него тратить не будем. Вот так потихоньку на боссов его, на боссах его, наверное, прокачаем. Например, где вот этот босс. Ух. Ой, я, наверное, не туда куда-то. Давайте куда-то вот тут. Мне кажется, тут мы его, скорее всего, и найдем. А какая высота, но не знаю, ребята. Ну, в этой серии мы хотя бы уже Маровака выложим, возьмем кого-то нового. Лантурна, я не знаю, ребята. Если сумеем прокачать его, потому что у нас еще 5 Блисси осталось. А еще, ребята, знаете то, что, наверное, вот, наконец-то хотя бы добрались сюда. Ух, если бы я еще что-то видел. Да не ты, паскуда. Если сейчас босс пропадет, я тебя убью нахрен. То есть, ребята, знаете что? В скором, наверное, уже как бы скоро мы начнем спаривать покемонов. Нам нужно несколько покемонов. То есть мне даже сказали, что Клафу можно спаривать. Магби, ребята, не спавнится. Магби, у него нету спауна в этой версии. Хоть вы убейтесь, хоть вы там у кого-то видели, что Магби заспавнился, я не представляю, как, потому что у Магби нету спауна именно в этой версии. Может, предыдущий была, может, следующий будет, но в этой нету, ребята. Поэтому я не знаю. Клафу... Ты что, издеваешься нахрен? Если ты, конечно, будешь хилиться бесконечно своим скиллом, то, конечно, мы тебя хрен убьем. Как я ненавижу вот такую хрень. И они не бьют, и себя убить не дают, а тупо бесконечным вот этим хилом. Хил, 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 и мы его никак убить не можем толком. То есть, ребята, знаете что, у Клафа вроде можно, если спаривать Клифери и спаривать Дитту. Ты тупой мудак, да убей ты уже нас хоть. А прикиньте, вот сейчас у меня кончатся атаки. У меня уже практически кончились атаки. Вот практически сейчас кончатся. Он, твою мать, хилится. Как нам его убить?
То есть он нас, смотрите, он нас даже не трогает. То есть он мудак какой-то, видите, даже не трогает нас. То есть у него, наверное, ударов каких-то нормальных нету. Вот эту хрень, мне кажется, разработчики чуть-чуть не продумали. То есть спанятся такие боссы, которые тебя даже не бьют. Потому что у них, вот видите, у них то ли ударов нету, то ли еще чего-то нету. То есть они тебя даже не бьют. И что самое противное, и ты их убить не можешь, потому что у них, твою мать, бесконечный вот этот рест. Которым они хилятся, твою мать. И мы их даже убить не можем. Вот смотрите на эту хрень. Сколько он уже, там рест, твою мать, ты можешь там 5 раз выхилиться вот этим рестом и засунь его себе в задницу, но не... 30 раз ты уже им хилишься, и мы тебя даже убить не можем. И он нас не убивает. Он 100-й уровень. Как ты хочешь, чтобы мы тебя убили, паскуда? Я понимаю, вот этот Bubble Beam охренеть, какой тебе урон наносит. Ну, как, не прям охренеть, да, но... Сейчас и вот этот удар кончится. Он сейчас выхилится. И мы опять его не сможем убить. Ну, на таких покемонов рассчитан, там, Confuse, мне кажется. Но мы его как-то, знаете, не используем. Ну, хотя бы мы его как-то сумели убить. Но зато тот покемон, который там был снаружи, пропал. Из-за этого, ну, вы поняли, да, за кого. Где мы тут вылезли? Ага. То есть, Клафу вроде можно спаривать. Если, например, сделать, точнее, да, если, например, ее спаривать... Ну вот этот Клиффери, вот которая сейчас у нас есть, да, Клиффери и Дитто. Но Дитто это еще то. Его еще тоже нужно постараться найти. Поэтому, ребята, в принципе, потом попробуем, да, хотя бы найти Дитто, а потом уже, может, попробуем даже спаривать Клафу. Но сейчас мы себе, ребята, выдадим Магби. Потому что Магби нету спамна, ребята. То есть он не спамится, мы его никак не можем получить. Единственный путь его получить в этой версии, это просто его себе выдать. Потому что у него нету, ребята, спавна. Поэтому мы его себе выдали. А у Клафу вроде как-то ее можно сделать. Поэтому мы потом постараемся сделать себе Клафу через спаривание Клиффери, как я уже вам объяснял. А, ну давайте еще сюда попробуем. Может еще хотя бы парочку боссиков заспамнится, пожалуйста. Нам было бы круто, если бы вы заспамились. Потому что паркбол это, ребята, вещь. Как вы видите, действительно, паркбол нам помог. Я вообще не ожидал, если честно. А знаете что? Ребята, знаете что? Нам бы было круто. Давайте сделаем вот так. В следующей серии... Мы пойдем искать Sunflower Plains. Я помню, где-то мы его находили, вот этот биом, да? Но, честное слово, я уже не помню где. То есть, мы когда-то его находили, но когда это было, где-то было, я не помню, ребята. А сейчас искать на карте тоже нет смысла, во-первых, потому что это долго искать, и хрен знаешь, найдем мы это или нет. А во-вторых, ребята... Карта же вот сбросилась тогда, да? То есть вы помните, карта у меня что-то залагала, сбросилась, и некоторые территории заново как бы стали невидимы, и мы их не можем видеть. То есть те территории, которые мы уже раньше находили, я не знаю, почему это так. Поэтому, ребята, наверное, нам нужно будет опять найти вот это. Фух, ну, Лантурна, ладно, хотел я прокачать... Тентакула, но, как вы видите, ребята, не сможем, наверное, в этой серии мы прокачать Тентакула из-за того, что мы перекачали Лантурна. Хреновенько. Таймербол. Так. А-а-а, дождик. Спасибо, конечно, но ты сейчас не кстати, если сейчас, да, ребята? Сейчас шуметь вот это будет. Вот. Наверное, действительно, в следующей серии мы просто-напросто пойдем искать Sunflower Plains. Может, друг, если повезет, может, мы даже найдем. Было бы круто, если честно. Потому что, ну, вряд ли, вот, я еще, может, да, вот так буду прочесывать вот эту территорию с надеждой то, что где-то вот тут будет Sunflower Plains, но шанс, что он где-то тут действительно будет, ну, грубо говоря, не очень большой. То есть... Вряд ли, ребята.
Мне кажется, проще будет новый найти, чем вот так сейчас тут шастаться с надеждой, что мы сможем. Так, минус... минус... Сейчас. Мин... Вот так. Напишу, чтобы потом знать там большой биом, вот это... Флорест... Флавер Форест. В принципе, там, наверное, еще больше шанса то, что заспамится... Ну... А то, что заспавнится Селеби, я надеюсь, тоже. Так, ну смотрите, ребята, мы тут еще один, то ли это океан, то ли это просто Deep Ocean, да. Ну все, а хотя, в принципе, а что я тут делаю, если сейчас день, да? А, ну что, ребята, ТП. Ты что, издеваешься? А, действительно, в следующей серии мы пойдем, ребята, на поиски этого всего, попробуем действительно... попытаться найти Sunflower Plains, может действительно сможем, и может действительно хоть кто-то заспавнится, хотя там был босс, но он уже, да. Но мне кажется, то, что заспавнится Райкваза, еще, наверное, меньше шанса, чем... еще, наверное, действительно меньше шанса, чем, например... Да опять там босс был, и опять мы пролетели. Еще, наверное, меньше шанса, чем заспавнится, например, там Лугия, да, или хрен его знает кто. Фу, ребята, ну что, давайте, в принципе, уже, я так думаю, на этом заканчивать. Вряд ли мы уже что-то тут найдем. Я вот тут смотрю, может где-то тут подсолнухи будут видны. Я вижу, ребята, тут деревня, но мы уже, наверное, ее облутали. Нет, ребята, вряд ли, честно вам скажу, вряд ли мы тут что-то найдем. Ну вот тут может быть. Минус 1900, минус 1400. Может быть. Где-то вот тут я вижу. Возле океана. Но мне кажется, сейчас еще один суйкун заспавнится. Почему-то у меня вот такое ощущение. Смотрите, ребята, смотрите. Если найдете Sunflower Plains, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я могу случайно пропустить вот это дело. Ну, я тут вижу Flower Forest, то есть есть шанс, что Селеби заспавится. Но было бы круто, если бы мы тут тоже нашли Sunflower. Но, как я вижу, ни хрена тут нету. Да. Не, ребята, давайте, короче, возвращаться, то есть больше я тут Опа, деревня. Ну, давайте посмотрим, вдруг алмазики будут, хотя даже алмазики нам как-то не очень нужны. А тут есть вообще-то... Ага, тут даже вот домика того нету. Замечательно. Ну что, ребята, давайте последний шанс дадим. Дадим Селеби. Я уже честное слово, ребят, я уже запарился вот этих легенд вылавливать, искать. Я так вижу, им вообще похрен, что их ищут. Им пофиг вообще, ребята. Магнимайт, Uncommon Boss, но мне кажется, если даже никто с легенд не заспамнится, то, наверное, следующей легендой у нас будет Мьюту, потому что мы добыли еще один... Да стой ты на месте, зараза. Мы добыли еще один паркбол, это как бы, как еще один мастербол. И это круто, потому что сейчас мы сможем не париться, как, например, мы бы словили Мьюту в мастербол, да, а потом бы у нас кто-то, например, заспамился с неожиданности, да, вот взял и заспамился, и все, и у нас бы не было даже мастербола, чтобы словить вот эту легенду, да, и было бы не очень круто, если бы мы профукали легенду только из-за того, что у нас не было бы мастербола. Поэтому, ребята, вот тогда я не хотел ловить. Опа, нет, я думал, это покебол. Вот тогда, ребята, я и не хотел ловить. А сейчас у нас есть и паркбол с Ух ты! Ух ты! Сейчас у нас есть и мастербол, и паркбол, и мы себе можем, наверное, позволить и словить и... Левелбол, давайте. И словить и Мьюту заспавнить, и оставить паркбол на случай, если кто-то заспавнится, да? Замечательно, ребята. Нифига себе, нам как-то на шайни везет. Вы не замечаете, ребята? Сквиртл шайни. Сивайн шайни, или кто там, Снайви, нет, Сирвайн, или как это, нет, ну, вроде, нет, не Снайви, вроде вторая эволюция, Сивайн, или как там называется, и вот сейчас еще Сфил, нифига себе, это, в принципе, нормально, розовенький такой, прикольный, опа, пылесосики, ребята, у нас еще в этой серии есть
Да ты что, издеваешься? Стоял на месте и ушел. В этой серии у нас еще есть 5 блисси, не забывайте. Но, к сожалению, эти 5 блисси мы потратим, как вы видите, на лантур, на которого мы, к сожалению, перекачали. Но если сейчас пылесосы к нам будут относиться дружелюбно, то может сейчас заспавнится какое-то большое количество пылесосов, и мы сможем даже докачать вот этого лантурна на пылесосах, надеемся. Так. Так. Но, как я вижу, никого тут уже больше нету. Они тоже на нас, походу, обиделись, как и все остальные, мать их легенды, запарили уже. А кто? У нас вроде еще есть, точнее, нету каких-то покемонов, которые спавнятся вот в зимнем лесу, как вы думаете? Я помню, мы словили Снизла, мы словили еще кого-то. Пиплап, ни хрена себе, Пиплап у нас есть. Снизл, вот, Снизл, ребята, ну Снизла мы словили. Зубат, Шакл, Принплап. Там много тут всяких покемонов. А кого у нас нету, ребята? Снизл, Клинк у нас есть, Магнимайт. Снизл, Магнимайт, Пиплап. И все, больше толком никого нету, как я заметил. Там еще один был покемон, я помню, он такой летающий шар, что-то наподобие. Тоже вроде вот этот призрак. Я не помню, как он называется, ребят. Что-то на F. Покеспаун F. Фиру, Фиролигат, Флаффи, Флорион. Вот этот, Форетрес. Вот кого у нас нет. Я помню, мы его как-то давно замечали вот тут, Клиффери. Мы его как-то давно замечали вот тут в этом биоме, но мы его почему-то тогда не словили. Ну что, ребята, давайте еще на пару секунд пойдем к Селеби. Сейчас на пару секунд пойдем к Лугии. Лугия, вашу мать, вот этот вот Дипокеан. И вот этот Кьогр, нахрен. Так. Вот тут. Ну. А знаете что, ребята? Сейчас. Давайте еще вот это выкинем. Iron Gold. Идите вы нафиг с этой фигней. Пока что нам она не нужна. Я бы хотел еще сделать себе площадку. Вот помните, как раньше говорили, что есть больше шансов спавниться легенде в море, если ты находишься на какой-то площадке. Наверное, это действительно и так есть. Я не знаю, я бы попробовал сейчас, ребята. Но серия опять длинная получится. Я не хотел бы очень длинную серию. Но, ладно, для вас, ребята, попробуем. Например, где-то вот тут, да? Вот тут. Главное не умереть сейчас. Давай. Я ни хрена не вижу в этой темноте, ребята. Опа. Вот так. Замечательно. Рюкзачок нас выручает, как всегда. И, например, где-то вот тут, да? Попробуем. А вдруг подействует? Вдруг подействует, ребята. Ну вот, ребята, я сделал опять такую небольшую территорию, но она как-то очень высокая, что ли, получилась. И мне кажется, сейчас ее нужно будет урезать, например, где-то вот сюда. Вот сюда. Ух ты, все попад. Драгунэйр! Ребята, вы не думаете, что это будет охрененная площадка для кача? Смотрите. Драгунэйр. А знаете что? А давайте оставим... давайте оставим 5 блисси на следующую серию. В следующей серии мы убьем 15 блисси. А вот сейчас как можно быстрее давайте докачаем нашего лантурна к 45 уровню. Мне кажется, это прям охрененная идея. Мне кажется, ребята, это прям охрененная идея, если мы будем вот тут качаться. Тут, в принципе, знаете, всегда спавнятся вот такие большие покемоны, большие уровни. Да, кинь ты уже покемона. И на них, в принципе, можно всегда офигенно прокачиваться, мне так кажется. А, ладно, иди ты в жопу, а. Я без шейдеров играю, не знаю, почему я выключил. Я как-то забыл уже включить. Но давайте этот уровень, один лантурну прокачаем. И в следующей серии мы уже, наконец-то, его выложим. Ну... И у нас хотя бы сейчас есть площадка, где мы, во-первых, можем качаться. А во-вторых, ну, хотя бы надеяться то, что заставится Кьогри или Лугия.
Ну все, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Уже серия сколько там идет? Опять больше, чем полчаса, и это действительно много, ребята. Я надеюсь, то, что вам это нравится. А мы и также иногда будем вот тут прокачиваться, потому что вы видите, что мы сделали вот такую площадку, и тут действительно бывают вот такие большие уровни. Смотрите, сколько там нахрен драгонейров, это с ума сойти можно. И наш крутой перец уже 85 уровень, ему еще 15 уровней осталось, ребята. И все, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Давайте уже на этом заканчивать. В следующей серии мы, наверное, продолжим тут. Прокачаемся еще по чуть-чуть тут. Сейчас у нас эволюция. И также в следующей серии мы убьем 35 близ. Я надеюсь, вам это тоже к нраву. Ну все, ребята, сейчас давайте уже подождем, пока этот тентакул эволюционирует. В этой серии я не буду никому ничего готовить, потому что я хочу как можно быстрее закончить этот сезон. Вот что я хотел спросить, как вы думаете, как будет лучше, если мы сумеем закончить сезон к 150 серии или к 200 серии? Ну, тут, знаете, ребята, тоже не так уж зависит от опроса, как зависит от каких-то обстоятельств. Если у нас не будет спавниться легенда, если у нас не будут спавниться нужные покемоны, если мы не словим всех покемонов, то... По сути, как мы сможем закончить сезон к 150 серии, если у нас не будет всех покемонов? А вы знаете, что сезон мы заканчиваем только тогда, когда у нас все покемоны, все прокачаны, и, в принципе, когда нам уже делать нечего, мы заканчиваем, переходим... Ну, в принципе, все, заканчиваем, и даже не переходим на следующую версию, а просто этот сезон заканчиваем, потому что уже, в принципе, делать нечего. Ну, смотрите, в следующей серии мы выложим, наверное, даже трех покемонов. Маровака, Лантурна и, наверное, уже Тентакула, Тентакруэль докачаем. Ну, все, ребята. Не забываем вступать в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться, поставить лайк и по желанию оставить свой комментарий. Но я бы хотел, чтобы вы все-таки оставили, потому что мне будет приятно. И все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.